Погнали! В первую очередь, друзья, нам нужно создать нашу матрицу из фанеры, которую мы впоследствии будем обшивать обрешеткой и утеплять. И, естественно, мы берем как бы фанеру и разрезаем ее по размерам. Да, с ней было небольшие заморочки в распиловке, так как довольно большие листы, и их распиливать, как я говорил уже в предыдущих видео, на распиловочном станке невозможно, и поэтому применяю там самопроизвольные шины из правил и распиливаю ручной циркуляркой. Далее сшиваем все нашим пневмопистолетом. И делаем разметку под вход. И выпиливаем, соответственно, наш вход ручной циркуляркой. Для обрешетки я взял старые бруски 5х5, где поменьше, там 2,5х2,5. Получается, это была обрешетка старой конструкции перекрытия дома. Ну, как бы брусков этих очень много, поэтому я их взял, повыдергивал гвозди и распилил на нашем торцевальном станке, и все замечательно. Также изначально я решил заложить какую-то основную конструкцию или раму вовнутрь. И, может быть, с одной стороны это утяжелило конструкцию, с другой стороны она стала более крепкой для будущего подшива, так сказать. Поэтому изначально я сделал раму внутри, а потом уже начал обшивать снаружи. Крышу решил сделать двухскатной, поэтому пришлось сделать стропильную систему, как импровизированную, естественно. Но, тем не менее, все работает. Далее зашиваю фронтоны также из фанеры и делаю подшив нашего непосредственного потолка из фанеры для будущего утепления.
Утеплять я решил ее пеноплексом, так как это очень удобный, практичный утеплитель. Плюс он не намокает. Ну и как сказал раньше, удобнее с ним работать, чем с минватой. У меня, допустим, были остатки минваты от дома. Я хотел изначально применить ее, и как вспомнил, что это такой дикий геморрой, к примеру, положить минвату на стену. Ну, как бы мне было проще съездить, купить пару-тройку листов пеноплекса, он там стоит по 100 рублей, поэтому вообще замечательно. Быстро все нарезал на удобные для тебя размеры, вставил, оно все четко встает и тут же зашил вагонкой. В первую очередь я утеплил пол и закрыл его оставшимися листами фанеры, потому что изначально хотел вроде как снаружи его утеплять, но потом понял, что у меня изначально уже получился каркас внутри, и так будет проще и удобнее. И лист пеноплекса лег идеально, это троечка, он прям замечательно лег, и я сверху зашил. Далее приступаю к обшивке также пеноплексом стен и потолка. Подшиваем наш потолок или чердак фанерой для будущего утепления. Для декоративной наружной обшивки я решил выбрать вагонку. Но вагонку не покупную, а переработанную из поддонов. Старых поддонов. Сначала я распиливал доски именно из поддонов вдоль. Ну, это более трудоемкая и опасная тема, хотя как бы имеет место жить. А потом решил, что проще вообще распиливать бруски, на которых набиваются эти доски на поддонах. Да, они чуть короче, но эта тема вообще самая простая и... как бы и распиловочному станку проще пилить, потому что пилить вдоль доску ему гораздо сложнее и тяжелее. Вот диск перегревается, потому что зажат сильно со всех сторон, и как бы такая тема. А далее пришиваю эту вагонку уже пневмопистолетом по месту, все обрезаю и так далее. Решил просто делать нахлёст елочкой.
А далее идет покраска. Я решил покрасить полностью весь корпус из пульверизатора и выбрал красный цвет. Выбрал его не зря, потому что с детства мне запоминались эти яркие собачьи будки из мультиков диснеевских. Там вот именно вот эта тема контраста красная с белым очень клевая. Поэтому решил покрасить ее в красный, а уголки и крышу сделать белой. Далее по той же технологии, из тех же материалов, а это именно распиленные палеты, я делаю уголки, сшиваю их, крашу и уже непосредственно на месте подгоняю и пришиваю также к нашей будке. И далее следует крыша. Крышу я не стал возвращаться и делать какую-нибудь прям супер-пупер цельнометаллическую, либо из мягкой кровли. Вода у нас не будет попадать, в принципе, никак в будку, так как у нас полностью закрыта фанера, и она сверху идет пеноплекс, а до крыши у нас небольшой получается вент-зазор, и влага, которая даже может быть будет попадать между досок, она будет просто стекать по пеноплексу вниз. Да, есть моменты криво-косо, но это, возможно, из-за отсутствия опыта у меня в этом деле, так как это по факту моя первая такая будка, и также из-за того, что материал по факту довольно кривоват, и весь материал, который у меня был, это из покупного только фанера, и то она была по распродаже, так как она вся кривая и дутая, а в остальном это все бросовый материал.
И в итоге получается вот такая красота. Да, моя собака как бы довольно дикая, и она особо не хочет тусоваться в этой будке, но в дальнейшем мы будем делать для нее вольер, и у нее просто не будет выбора. В любом случае она будет спать в этой будке. Обязательно прокомментируйте, оставьте свое мнение, мне оно очень важно и интересно его выслушать. И давайте подумаем, что мы будем делать в следующем видео. Может быть, напишите свои идеи, может быть, что-то предложите. И не забываем тех ребят, кто ждет Les Paul, он уже прямо на подходе, я уже все прокинул электронику, и осталось затестить и делать уже косметику чисто. И спасибо большое за просмотр, еще раз, пока!